Актуальные вопросы хирургии Якутии обсудили на научной конференции. События проходят в рамках 7-го международного конгресса «Экология и здоровье человека на севере». Иван Подойницын продолжит тему. Система да Винчи – самый современный хирургический инструмент. Врач видит увеличенную 3D-картину операционной зоны пациента в высоком разрешении. В руках у хирурга пульты управления, движение которых сверхточно передается на операционные инструменты. В совокупности данная система позволяет оперировать с большей точностью и контролем, снижая утомляемость хирурга и травматичность операции. Чтобы рассказать подробнее про использование системы, конгресс хирургов посетил Дмитрий Юрьевич Семенов. На личном счету врача около 200 операций, осуществленных на роботизированном комплексе да Винчи. Сегодня квота стоит порядка 220 тысяч рублей. Ситуация – это то обеспечение, которое государство заложило для того, чтобы эта технология имела развитие. И это абсолютно, так сказать, в рамках нашего медицинского страхования такое лечение проходит, а не в рамках траты личных средств. Сегодня 25 систем, которые работают. Чтобы обучиться технологии управления роботизированной системой, хирургам необходимо пройти специальное обучение в первом московском по собственному опыту, консоли, за которой, за одной из которых сидит оперирующий хирург, а за второй располагается обучаемый. У него абсолютно такие же инструменты в руках, и он периодически может принимать участие. Инновационные технологии – основная повестка конференции, навеянная вышедшим минувшим летом указом главы Республики Саха о мерах по усовершенствованию высокотехнологичных видов медицинской помощи и инноваций в республике. Запланированная закупка высокотехнологичной аппаратуры, решили закупить два робота да Винчи для нашей республики. Конечно, стоимость этого комплекса очень высокая, но я думаю, в будущем она окупится. В рамках проходящей конференции обсуждаются и другие актуальные вопросы развития региональной хирургии, по результатам обсуждения которых будет вынесена резолюция. Кроме того, проект резолюции уже внесены вступление врачей Якутии в Российское общество хирургов, представители которого тоже приехали на конференцию, чтобы внедрить образовательные технологии и присвоить новые кредиты специалистам из Якутска. Иван Подойницын, Евгений Логинов, НВК Саха, Якутск.